Да ё, не спит. Мы разминулись. Бывает. Бывает и такое на войне. Танков, говорит, много очень. Да? Танков, говорит, очень много, блядь, ребят. А не видел, что ли? Да, говорит, ты больше, блядь. А ракет может не хватить на птур, блядь. Думаешь? Так, рюкзак забрать. А на ПК второй ствол где? На один я ложил, вот он. Где, на утёс? Да. На ПК. Что не хотел, чтобы... Давай, давай! Слушайте, наша задача. Сейчас подойдет Урал и подойдет МТЛБшка. Мы выдвигаемся на ту сторону дороги, занимаем две высотки. На каждой из этих высоток стоит танк. Ну, для нашего прикрытия и все остальное. Наша задача, у тебя есть расчет куда? Установку я одну даю, ракетами делимся. Задача обеспечить, чтобы по дороге к укропам не прошла ни одна блядь. Наших там ходить никто не будет. То есть стреляем сразу же, нету белой повязки, валим на ура. Никто не трусит, не дергается. Когда займем уже позицию, раздам гранаты дополнительно. Потом уже на позиции определимся РПГ, где поставим РПГ, чтобы они друг друга не пошмаляли. В то же время по максимуму работали. Окучивать будут градом. Окучивать начнут пол 11, предупреждаю всех сразу. Только услышали, что он пошел град, сразу закопались по самые яйца в землю. Героев не надо никого. Понятно? Вопросы? Никак нет. Снег, потом град будет. Да, обещали. Потом обещали град сегодня, да, после 11. Соберите, потом копать начинайте, ребят, потом поздно будет. Не успеете собрать. Тур принесли? А? Ребят, тур поставьте, тут вы обратитесь, а там запасная позиция.
Так что, стрелять надо? Спалился. Понятно. Менее позицию надо, да? А чё мне бояться? От кого? Я не знаю. Что те убьют, что эти убьют. От поклонниц, может быть. Вот. Все ношу, я ношу с собой. Подожди, подожди. А патроны есть? Вот давай. Все белой кепкой. Ебать. Мой рот в траве это не видно. А до кожи цвета как трава. Ты высокий. Ты мерстишь. Что это за хуйня? Где мы видим? Дальше мы их не видим. Прямо перед собой. Видишь? Там блестело что-то. В синем доме. Уши. Алло, мам. Слышишь? С мамой не надо разговаривать в этот момент лучше. Да, короче, все нормально. Да нет, что-то не попал. Далековато. Трава не дает. Прицелиться. Вижу, блядь, трава не дает. Выше подними. Куда выше я подниму? Вон сошки выше подними, будешь целиться. А? Выше травы будешь. Вот чуть сошки выше подними. На полметра. Оттуда выстрел был. Сзади. Тебя сзади. О! Высоко. Высоко пошел. Да. Выше пошел, да? Выше, да, выше, да, намного. Баркас, баркас, я вот так прием. Thank you.
Макеевке, у меня же дед погиб. Там и это. Что ты меня снимаешь? Памятники снимай, я-то что? Да ёшки свет. Бывает. Бывает и такое на войне. Танков, говорит, много очень. Танков, говорит, очень много, блядь, ребят. А не видел, что ли? Да, говорит, и больше, блядь. Ракет может не хватить на втор, блядь. Так, рюкзак забрать. Она БК, второй ствол, где? Ну один я ложил, вот он. Где, на утёс? Да. На БК. Что не хотел?